Полицейские провели на дорогах области трехдневную акцию «Стоп ДТП». В силу географического положения нашего региона и обилия транзитного транспорта на его территории, отдельный акцент был сделан на безопасности движения на автодорогах республиканского и областного значений. Самым частым нарушением стало превышение скорости. Его допустил 201 водитель. Далее в антирейтинге нарушений традиционно заняли непристегнутые ремни безопасности и телефонные разговоры за рулем. 155 и 93 факта соответственно. Полицейские напоминают, что оба эти нарушения относятся к категории грубых, увеличивают риск совершения ДТП и наступления тяжких последствий. А еще стражи порядка задержали 28 пьяных водителей, привлекли к ответственности 304 пешехода, переходивших дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.